О, вот он, брат. Все равно спешит немножко. Немножечко спешит, вот как бы капельку еще такого вот чуть-чуть. О, все. Задержать ручки, немножко выровнять ножки. Ну, уже почти что идеально. Молодец, Олеся. А теперь, ты не устал? Проплыви еще раз, только немножко задерживать все-таки руки впереди. И ножки выравнивай. Умничка моя, умничка. Давай, это тебе на память.